22 декабря стало особенным в череде значимых событий уходящего года. Выборы в Совет депутатов Ленинского городского округа проходили на 63 избирательных участках муниципалитета. На участке номер 1272, который расположен в районном доме культуры, уже с раннего утра было оживленно. Все проходит в штатном режиме, без эксцессов, все спокойно, хорошо, миролюбиво. Жители, прикрепленные к данному участку, приходили по одному и семьями, чтобы реализовать свое избирательное право. Каждый уверен, его голос важен. Наш город так хорошо расцветает, а это чтобы еще лучше. Очень важно. За порядок в нашем городе. За город, да. И особенно за старый город, на клубный, за клубный переулок, чтобы там порядок навели. Учет ведем, чтобы все, нарушений чтобы не было, чтобы все как должно, как учили, как предназначено по документам, все. Так что голосование пока все идет, все хорошо. То есть нет ничего. Комиссия работает, мы тоже, как наблюдатели, свои функции выполняем. За выборным процессом пристально следили не только наблюдатели от различных партий, но и представители из области. Депутат Московской областной думы Юрий Липатов объехал несколько участков в разных поселениях. Люди доброжелательные, люди заинтересованные. Я даже спрашивал, так сказать, за кого голосуют. Кто-то говорит, кто-то не говорит, улыбается. Но самое главное, что граждане понимают, что необходимо на выборы прийти, что эти муниципальные выборы для Ленинского городского округа очень важны. Глава муниципалитета также реализовал свое гражданское право, участвуя в выборах. Валерий Венцель на своем избирательном участке появился около 11 часов утра. Мы в этом году сформировали городской округ, вот сейчас формируем органы местного самоуправления. И здесь я искренне убежден, что у нас будут избраны достойные депутаты, которых будет 30 человек. Мы получим полноценный совет депутатов городского округа и дальше уже будем выполнять те задачи, которые перед нами в первую очередь ставят наши жители и, конечно же, наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. На участке номер 3622, расположенном в Видновской детской школе искусств, тоже было заметно оживление. Люди приходили голосовать, и многие делали свой выбор осознанно. Выборы вообще нужное дело для каждого гражданина, чтобы выразить свою точку зрения на вопросы, как вы будете жить в ближайший выборный срок депутатов. Для вас ваш выбор был очевиден, но или так? Мой случается? Был очевиден. На данном участке было 16 наблюдателей. Один из них – Егор Курачев. На мой взгляд, все проходит спокойно. Вот сейчас активность людей увеличилась. Люди идут прям таким потоком. Нарушений зафиксировано не было. Тут же по соседству располагается еще один избирательный участок. Его посетил депутат Московской областной думы Владимир Жук. Он побеседовал с людьми, после чего смог сделать определенные выводы. На мой взгляд, обстановка спокойная, хорошие люди идут, но несмотря на то, что воскресный день, тем не менее уже увеличивается количество проголосовавших, все спокойно, наблюдатели находятся на своих местах, я с ними переговорил, критических никаких замечаний нет. В поселениях муниципалитета голосование проходило не менее активно. На участке номер 1279, который находится в центре досуга Дроздова, имели право отдать свой голос более 2000 человек. У нас есть деревня Дроздова, село Беседа, Слобода, Остров. У нас очень много участков, где люди приходят на наш избирательный участок и голосуют. Здесь же проголосовал председатель районного совета депутатов Станислав Радченко. Сегодня мы избираем 30 депутатов городского округа, которые в будущем, собственно, составят основной костяк органов муниципальной власти. Совет депутатов призван принимать наиболее важные решения в нашем городском округе. И сегодня, собственно говоря, и важный день. О значимости проходивших выборов говорили и другие избиратели. Я считаю, что все должны обязательно приходить, потому что это местные власти. Я говорю, если за нами, за нас кто будет теперь в районе? Раньше, я говорю, были депутаты поближе, а теперь они должны ездить, защищать наши интересы, где в районе. Выборы – это наш долг, я его выполняю как гражданин. Прошедшие выборы оказались одной из самых конкурентных муниципальных избирательных кампаний за последнее время. К ним было приковано большое внимание, а контроль за ходом голосования осуществлялся Московской областной избирательной комиссией прямо на месте.
Достаточно большое количество избирателей. Более 116 тысяч человек избирателей проживает на территории Ленинского городского округа. Это первое. Второе – это количество кандидатов. Кандидатов у нас зарегистрированных и участвует сегодня в голосовании 201 кандидат. И это говорит о том, что конкуренция довольно высокая на округах. Серьезных нарушений, которые могли бы оказать влияние на итоговый результат, во время голосования замечено не было. Все отрабатывается в рабочем порядке. Много в этот раз у нас на местных выборах присутствует наблюдателей, присутствует членов комиссии с правом совещательного голоса, решающего голоса, доверенных лиц. То есть у нас представительство всех партий, самовыдвиженцев, общественных организаций. Максимально досрочное голосование у нас также открыто проходило. По результатам подсчета голосов 15 мест в Совете депутатов Ленинского городского округа получила партия «Единая Россия». 8 мест достались самовыдвиженцам, 4 представителям КПРФ, 2 ЛДПР и 1 место кандидату от партии «Яблоко». Татьяна Брылова, Дмитрий Книга, Александр Логинов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.